Кирюш, привет! Привет! Алиса у нас только проснулась и видит, у нас в гостях уже мальчик. Да? Кирюшка пришел. Застеснялась, по-моему. Ты за папой? Кто там пришел к нам, а? Иди сюда. Алисик. Иди сюда. О, еще машинка. Алиски глаза по 5 копеек. Алиса, Кирюш, Алиса. Мы потеряли пульт от машинки, так до сих пор и не нашли. Кирюша, да? Кирюша там? Уже без пульта даже ездить умеет Кирюша. Так, сразу друг с другом не начинают играть, осторожненько так. Это не этот пульт. Не, это от жирафика. А тут белый должен быть пульт. Кирюху подстригли, да, так? Угу. Модненько. Да, не очень. Это какая-то другая новенькая тут. Я хотела, чтобы она так сделала. Да. И навок. Она как-то. Все равно прикольно. Сразу старше стал выглядеть. Угу. С такой стрижкой. Так лучше стало. Все, Кирюша там поехать пытается. А складывать? На. Так и Алиса складывает. Уже что-то там вместе начали играть. Может, им надо открыть конструкторы? Сейчас его раскидают. Общаются уже. Кто это, Алис? Скажи, кто это? Кто это у тебя там, а? Карандашики. По цветам еще вы не умеете расставлять тоже? И мы еще нет. Ну вот эти карандашки мне очень нравятся. То, что там и цвета, и стежки, считай, песенки, и эмоции, и счет, видишь? То есть очень много всего в одном. Ну что, боже мой, друг другу помогают. Так, знаешь, вроде друг у друга забирают, но не дерутся и не ругаются. Шиншиллы там. Да, так пальчик осторожно. Поднимайся, Лисочка, поднимайся. Мы идем показывать батут Кирюше. Давай, злой лисы. Так быстрее, да? Назад. Так быстрее. Давай, ножка. Тихо, Алисюся. Аккуратно. Все, ползком, а Кирилл по-взрослому. Давай, покажи, Кирюша, батут. Где ты прыгаешь? Прыг-прыг. Алис, где прыг-прыг наш? О, ключик.
Где наш прык-прык, а? Лиз. Лизька, пошли на батут. Идем. Прыгать, прык-прык, пошли. Ну попробуй. Пойдешь прыгать, Лиз? Хватит. Серега просто не понял, зачем туда. Первый пошел, теперь второй пошел. Алис, давай, прыг-прыг. Вот мама запихала и закрыла. Прыг-прыг, давайте, Алис, прыг-прыг. О, Кирюха стоя прыгает. Видишь, Алис, учись. Не сидя, а стоя. Давай его отодвинем от стенки. Потихоньку. Тоже кто-то додумался придвинуть. Должно же быть так, чтобы можно было упасть в сетку. Да, ку-ку! 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 А вот Элиза так слезать пытается. И, кстати, да, видишь, чуть-чуть получается. Ну, оно. Алиса, смотри, как надо прыгать. Посмотри на Кирюшу ножками, ножками. Да. Вот этот мячик питбол, я его ногами держу, а Кирюшу вот так руками держу, я на нем прыгаю. Она такая потом... Алиска. А то Кирюха у нас на 4 месяца старше, да? На 4? 3,5. Мы 18. Мы пропустили ваши 1.5 года, получается, да? Да. Уже год и 7? 18-го. Алиска с Кирюхи глаз не сводит. Давай, нажимай, Кирюш. Куда ты? Он думает, это беговел. Да-да-да. А вот так ногами отталкиваться давно научился? Недавно? Уже полмесяца. А, недавно. Просто Алиска еще не умеет так. Иди к Кирюхе гуляй, Алиска. Иди сюда. Алиска, ты что валяешься? Рыцарь на коне прискакал. Спасать. Кирюха танцует. Браво! Вот это танец. Алис, потанцуй ты. Да, 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 подпрыгнула чуть-чуть. Потанцуй, Алис, потанцуй. Алис, потанцуй. Так, мы пришли попить чайку с тортиком. Мы специально купили тортик вот приходу гостей. И Маришка принесла с собой печеньки всякие. Ну, Алиса. Мужчины тут играют в нарды. А Кирюха вообще самостоятельный. 6, 2. И того. 2, и 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, булочка упала, да? И как теперь
перестанешь, да? Давайте это расстреливаем. Ну, давай посмотрим, чё ж. Мы поглядим сейчас, поглядим. Кто там застрял, а кто нет. Ось, давай Лиске вот сюда стульчик ее поставим возле Кирюши. То для кормления она сядет и будет сидеть. 5, 6. Куда ты вылезла? Так, малышня, ты руку давай, руку. Тихо, Алиса. Я держу. Вот, держаться же надо. Таня с макаром скоро придут? Да, они должны уже где-то собираться. А, ну пирог поставила-то. Макар сел кушать, а не... Я хочу. Да, у меня шестерка вылетела. Ого. Два. Хоп. Учитесь, да. Товарищ Ермаев. А толку? А толку ходить куда неизвестно. Он просто их повынимал и аккуратно поскладывал. Раз, два, три, четыре, пять. Раз. Раз, два, три, четыре, пять. Нет. Что-то Алисе так вот нравится в кавычках ваша игра в нарды. Что это, Алис? Что это за фрукт такой, а? Это хурма. Лиса с Егором в гляделки играет. Пока вы переглядите, смотри. Не моргая. Алис, да не бойся, Егор шутит. Расслабься. Да, точно шутишь? Кирюха. Ты ж худеешь. Ну, спасибо тебе, конечно. Принес Костя торт. Не, да оставляй, я не против. Да тот, что не убрал-то. Мне теперь два, что ли, есть? Да. Алис, хочешь тортик? Да шучу. Уговорят наши дети. Так хорошо вместе играют. Не ссорятся, не забирают ничего друг у друга. Ложечкой стучать можно. Все, полная раковина посуды. Надо мыть. Кто будет мыть посуду? Все, Кирюша будет мыть посуду. Уже открутил кран. Да? Егор учит Алису играть в нарды. Давай. Все, бросай. Это тоже. Давай споем. Все, будет с кем нарты играть. Будет слова тебя обыграть. Теперь туда. Он еще топает нормально. Приклеился кубик. Все, Алиса умеет играть в нарды. Я пью чаек, а Маришка пьет кофе. А Кирюха ест хурму. Вот Алиска, ну, сейчас 6 выкинет. Давай. В крайнем случае 5-5. Давай. И она так по-своему кидает. 5-3. Почти. Она старалась.
Кирюша. Знаешь? О, сосед. Давай, Алис, кидай, посмотрим, что ты папе выкинешь. Опять 5-3. Что большое время? На тебя один. Дай-ка я. А ты вот так делаешь. Раз. Может, Кирюхе тоже чего-то попить надо? А, у него уже бутылочка. Это у вас сок или водичка? Ладно. Наконец-то Таня пришла и пирог принесла. Посмотрим, пропекся или нет. Это вот крутой, красивый. Первый раз делал. Давай, кофте, а там посмотрим, да? Макарчик, привет! Нет, давай без кофты, не жалко. Давай, возьми. Давай, строй башенку, Алис. Она строила, ну что? Да. Ты проиграла? Да. Кубики, кубики. Макар такой улыбчивый. Макар, иди с нами строить кубики. Какой веселый праздник. Смотрите, с днем рождения. Ложись. Молодец. Теперь же поломаю, да? Ура! С днем рождения. Веселый праздник нас ждет. Давай. Устроим. Ура! Дождалась. Чуть Кирюша на голову не свалила башню. Знаешь, какой? Да. Смотрите, Макар уже прыгает на батуте. Весело. Ты выходишь или нет? Макарчик. Макарчик. Выходишь, не хочет Макар выходить. Что, он тебе ответил нет, между прочим. Ты спросила, он ответил. Не, он типа так. Но все равно, это же было в ответ. Может. Макар, дай 5. Дай 5, Макар. Дай 5. Да, 5. Ку-ку. Ой, сколько радости. Какая классная штука. Приходите, прыгайте. Ну да. Хоть не зря будет тут стоять. А что зря, Алиса ж прыгать. Ну, а так чаще будет использоваться. Ну да, будем. И Макару развить. Физическое. Да, вот это, кстати, ну, пружинка. Где зимой попрыгаешь, да? Да, вот это пружинка. Ну, мы, знаешь, где прыгаем? У нас же в сенсорной комнате, там, где занимаемся. Там есть батутик, но он чуть меньше. Потому что полезно, вот, когда пружинит, вот это вот движение, пружинище, тоже для развития координации, такое, там, для ощущения тела своего, уже лучше ощущает. Мне будет. Кажется, что он за полгода уже и заговорит. Ну посмотрим, на Тарматис еще ехать не раз. Ну да. Тогда уже, возможно, за полгода как раз и заложили. Пошла я вниз. Сейчас оно придем. Обычно голодные нормально. Обычно голодные вещи. Пирог у Тани вкусный, да, Кирюх? Съедобный. Лисюсик. Ням-ням, Кирюш. Кому что, а Алисе книжечки. Она нашла новую книжечку. Я, кстати, ее давно купила, но я реально еще не показывала. Потому что, мне кажется, она для более старших. Там что животные едят, показывается. По-моему, 2+. Можно показывать. Просто животных называть. Кирюш, корова. 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 Мячик, кидай мячик. Лови. Не трогай. Кидай. Нельзя. Не забирай. Что забираешь?
клади. Нельзя. Садись сюда на коврик. Садись на коврик. Ну ты сидишь, я прям молодец. Молодец. На коврик. Сиди на коврик. Алис, не кушай мячик. Садись сюда. Кирюш, Алис. Еще тебе дать? Давай тебе внизу побольше кусочек. Не надо. Все, нету, показывай этого еще. Он что-то говорит или что-то нет? Мама, папа, баба, ди. Это ему полтора получается, да. А кто у тебя еще? Дядя. В принципе, да. И все. А, Кирилл. Года и 7 ему. Еще вода, как бы. Не такой взрослый, чтобы прямо разговаривать. Да. Хотя мне одна женщина говорила, у меня уже полтора прям. Нет, положение. Не, ну так у кого как, да. Видишь, вкусный пирог. Кирюха оценил. А девочка наша все за книжками. Алис, иди с гостями гуляй. Уйдут, будешь за книжками сидеть. Доченька. Три. Кто у вас тут выигрывает? Я. Да ладно. Смотри. Впервые в жизни. Да. А, у тебя, господи, 4 тройки-то. А с чем пирог, Танюш? Яблоки? С ананасами. Можно Элисе, наверное, дать. Наверное, Элисе можно дать. Ананасы! Что ты говоришь? Говорю, Элиске, наверное, тоже можно дать. На, Элис. На, ням-ням. Ну, или большой пусть берет, если он может. Ну, он просто так его это как-то... Я ему порезала. Ну, порежь еще ребенку. Подругал. Это Макар, Кирюш. Заглядывает на Макара. Я хотела сказать, Алиса собирает, да? Да. Марина собирает. Лиза. Лучше бы ты, Алиса, кушала настоящую еду. Дочь, ты куда? Все внизу. Топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ. Ты танцуешь, да? Алиса танцует? Танцуешь, зайчик? Догоню, 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 догоню. О, Алиса стоя прыгает, да ладно? Учись правильно. Лучше сидя. Веселуха. Кирюш. Летаем. Алис, иди на серединку прыгай. Еще Кирилл устал. Догоню, 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 догоню. Восторг. Ух ты! Это громче. Алис. Вот так девочка на машинке. Он хотел как лучше. Надо же, в таком возрасте такое бывает. Кирюш. Нет.
Ку-ку. Ку-ку. Я ей щекотала. Веселила ее. Она не бегала тогда? Ну, так радостно нет. Все, Кирюха слезает. И улыбка с лица сразу пропала. Ты тоже за Кирюшкой слезаешь? Ой. Не работает пианинка, да, Кирюш? Давай включим. Привет, Вик. Я говорю, кто там, слышишь? Он говорит, любовница. Давай, Вик. Что ж вам так везет-то со светом, а? Слышишь, Вик говорит, в квартире свет вырубился только у них, не по всему дому, у девчонок. Пробки, говорит, наверное. Кость, да, это больше к тебе вопрос. Иди сюда. Там в квартире свет пропал. Ну, только в ее квартире или вообще? Только в нашей, ну, где у девчонок. На. Что ты мне притащил? Проклятый. Попросили тебя. Настя даже выбежала. Иди, бежи, отдыхай. Нагулялась, теперь себя хуже чувствует. Иди, ложись, лежи. Чай с лимоном надо попить. Вообще там тортик есть. Хочешь тортик? Алиса, туда. Ой, Алиска застряла. Да, обратно, наверное, надо пихать. Все, вытащили Алису. Тянем, потянем, вытянуть не можем. Давай сюда, Алиса. Куда ты опять слезаешь? Будешь кататься? Или мне показалось, что я могу? Да. Тихо. Ню. Ой, фотоаппарат, да? Бух-бух, Кирюша. Да.